Я вообще очень хорошо рисовала. И думала, что я буду художником. Я даже в школе практически не училась. Меня все время вытаскивали преподаватели оформить какую-нибудь там стенгазету или что-нибудь такое, нарисовать для класса. И я думала, что я буду художником. И вот с такой мыслью я пришла на выпускной вечер. И меня пригласил на танец выпускник нашей школы, который закончил ее год до этого и уже учился на отделении режиссуры. И говорит, ну ты на кого пойдешь поступать? Я говорю, ну ты знаешь, я, наверное, буду художником по тканям, в технологический пойду поступать. Он говорит, ты с ума сошла? Да ты себя видела со стороны? Он так при меня отстранил, говорит, ты же актриса. А ну-ка, прочитай мне что-нибудь. Я прочитала ему судорожно какое-то стихотворение из школьной программы. Он говорит, ой, боже мой, конечно, конечно. Ну кто ты? Кто ты? Кто ты еще? Ты актриса, все. И вот он заложил в меня вот эту программу. И все. И у меня как будто бы действительно вот эта программа вошла в мое сознание, в голову, и все. Я решила, что я буду актрисой. И поменяла кардинально свое решение стать художником.